Я тебе сейчас поиграюсь. Что случилось? Что даже не вздумай на меня прыгать. Я думаю, это прыгать. Да нет. Она четко знает, что на меня нельзя. Она, конечно, пытается, но... Молодец. Вот, вот так вот можно играться, да. Это нет. Нет сказано. Дай мне игрушку. Кажется, ей одной маленькой собаки недостаточно. Ей нужно корову. Ты ее постирал, что ли? Нет, зашивать надо. А, зашивать надо. Зашьем нам сегодня. Корову за размером человека. Тебе нужны большие игрушки. Тебе с маленькими уже скучно, да? А пищалка где? Пищалка? Ну... Стирается. Эльза! Эльза, нельзя так делать. Так, все, уходим тогда. Да, раз так играешь с человеком, значит, ты будешь сидеть одна.